Конкурс длился с марта по июнь текущего года. Художественное «Нет войне» прислали дети со всех уголков России. Из 17 500 работ организаторы отобрали 100 лучших. Авторами двух оказались брянские дети. Специально в их честь, а также для победителей областного этапа конкурса, региональное отделение партии «Единая Россия» устроило праздник в семейном центре «Маугли». В рамках партийного проекта «Детские сады детям» мы пошли немного дальше, расширив границы федерального конкурса детского рисунка и сделав его семейным. Брянские дошколята и младшеклассники приняли более чем активное участие в конкурсе. 184 воспитанника из 44 детских учреждений Брянска рисовали фломастерами и акварелью с натуры и на абстрактные темы самостоятельно и с помощью взрослых. К примеру, 6-летняя Аня из Белых берегов позвала на помощь художника из собственного детсада. Получилось очень трогательно. Мой рисунок называется «Я мечтаю». Я мечтаю на заре, 100 фантазий в голове. Помечтай со мной вместе, будет их не 100, а 200. Победительница федерального этапа Дарья Сверчкова приехала в Брянск из Луганска. Сказать, что она любит рисовать, значит не сказать ничего. Тему для рисунка выбрала не сразу. Сначала хотела изобразить вечный огонь, а потом увидела фото мемориала «Непокоренная высота» на кургане Саурмагила в Донецкой области. И чем больше мама мне рассказывала о нем, тем больше я понимала, что я буду рисовать именно этот памятник. Годы Великой Отечественной войны фашисты хотели занять эту высоту, как там открывался вид на весь город, но у них не получилось. И этот памятник поставили воин-освободителю. И в прошлом году, в августе, новые фашисты тоже хотели занять его, и у них не получилось. Организаторы не зря возлагали на конкурс большие надежды. Посвященный 70-летию Великой Победы, он и в самом деле получился очень патриотичным. Детские работы, пропитанные гордостью за свою страну, семейным теплом и непоколебимой верой в силу России, доказывают, память о Великой Отечественной войне незабвенна. В этих рисунках детей как раз выражается тревога и необходимость и обращение к нам, старшим, делать все, чтобы был мир и в России, и на Украине, и в Беларуси, ну и, как раньше говорили, мир во всем мире. Берегите мир. Светлана Маркелова, Евгений Седачев, события Брянск.